Поступило сообщение в дежурную часть, что в поселке Каскадном стреляли по собаке. Мы выехали, группа, на место происшествия. Там дети нам уже, вот мы только в поселок заехали, дети нам рассказали. Там собака раненая, там гильзы лежат, там стреляли, стрелял тот. Ну, собрали материал проверки. Потом нашел я эту собаку, она была ранена очень сильно, кровь бежала. Я ее забрал себе, отвез в ветлечебницу, оказали ей помощь. Лицо установили, которое стреляло. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 245 части 2. Кто это был? Местный житель поселка Каскадный, там, охотник. С охоты приехал и изначально говорил, что просто так стрельнул. Потом говорил, что собака агрессивная. Ну, это уже он линию защиты выбирает себе. Ну, следствие разберется, в чем причина конкретная была. У собаки нога была, ну, сломана, две кости были сломаны, открытый перелом. Я ее отвез в лечебницу, там ей оказали первую помощь. Но была надежда, что срастется нога. Наложили шину, лекарства дали колоть. Ну, потом увидели, что толка не будет. И решили ампутировать? Ампутировать, да. Я руководство узнало наше, что необходимо проводить операцию. Собрали денег всем отделам. Руководство выделило. Повез я ее, где провели операцию, ампутировали ногу.